Областной Минстрой сформировал дорожные карты по решению проблемы обманутых дольщиков. Планы, графики мероприятий предоставлены в федеральное ведомство. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Напомню, по поручению президента регионы должны были провести эту работу по всем проблемным объектам, соинвесторы которых включены в соответствующий реестр. В перечень домов входят 50 зданий, по 38 из них ситуации урегулированы и привлечены новые застройщики. Всего в реестре обманутых дольщиков в области состоят чуть больше 3000 человек. В планах на конец 2016-го, начало 2017-го закрыть вопрос по 8 недостроям.